свое куриное крыло умастил еще в родном Челябинске. Ну а теперь урчит весь довольный в предвкушении солнечного курорта. Судя по развязке видоса, самолет только взлетать планировал. Так что теперь успех будущего отпуска зависит только от умений пернатого балансировать. Видали, как он серфить пытается? Да вообще летун космический такой, Гагарин. А может, он там не для покатушек, а знает больше других? Вот и пытается донести до пассажиров некую важную информацию. Хотя, если он сам в турбину скользнет, то это вряд ли положительно отразится на жизнедеятельности самолета. Так что на месте оператора я бы начал задавать правильный вопрос. Ты что там делаешь?